Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в городе Твери, который в режиме видеоконференц-связи провел помощник президента Российской Федерации, руководитель группы Владимир Мединский. Предложение о создании в Твери культурно-исторического кластера Игорь Руденя озвучил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле летом 2021 года. Глава государства поддержал инициативу губернатора о формировании на федеральном уровне рабочей группы для реализации проекта. Губернатор подчеркнул, формирование культурно-исторического кластера с возрожденными уникальными памятниками отечественной культуры и архитектуры будет способствовать не только росту привлекательности Твери, но и воссозданию утраченной части национальной истории. Это уникальный проект для нашего региона с многовековой историей, так как Тверь является одним из старейших городов Центральной России. Создаваемый кластер у нас предполагает, что объединит единое пространство одной из самых великих обителей России, возрожденный Отрич монастырь, а также императорский путевой дворец, речной вокзал, храмы, музейные, туристические, просветительские, образовательные учреждения –